Всем привет, дорогие зрители, с вами GamePlan, и первая игра на сегодня называется Zombie Shooter 2. Это вторая часть довольно популярного шутера от третьего лица, где вам предстоит играть в роли монстров и убивать монстров. Так, что здесь есть? Здесь есть магазин, где мы можем покупать оружие, а также его апгрейдить. Есть список миссий дополнительных, за которые мы будем получать дополнительные денежки и доходы, на которые мы потом сможем покупать оружие и апгрейдить его соответственно. Итак, запустим миссию на карте. Чем больше миссий мы проходим, тем ближе мы становимся к боссу, которого необходимо будет победить. Вот так вот выглядит игра по графике. По мне, так графика очень оригинальная, все объемно и какие-то такие вот нестандартные, немножко интересные анимации. У нас есть автомат и есть у нас еще также дробовик. Чтобы переключаться между оружием, необходимо проводить вот такой вот свайп. После того, как мы провели свайп, у нас меняется оружие, и теперь я хожу, как вы видите, с дробовиком и всех фигарю из него. Но мне по душе больше ходить с автоматом, потому что это более кровожадно, наверное, и несколько эффективнее. Итак, в этой миссии нам необходимо что сделать? Собрать некоторые объекты и после этого завершить миссию. Итак, я уже походу завершил миссию, потому что собрал два объекта. Мне остался еще вот раз объект. Или это, может быть, объект не по миссии, а просто мне подсвечивается, где какие предметы есть, которые я могу собрать. Но здесь были миссии, где необходимо было, допустим, разрушить какие-то вышки связи. И после того, как мы вышки связи разрушим, то мы, соответственно, победим миссию. В принципе, довольно динамичный такой вот шутерок от третьего лица. Кто, наверное, любит зомби-вуд, то им обязательно понравится и эта игра. Она бесплатно доступна в Google Play Market, но, наверное, небольшой минусик в ней все-таки есть. Ну, не считай доната. То, что для запуска этой игры всегда нужно интернет-соединение. Вторая игра называется Glory of Generals. Это тактическая стратегия, повествующая нам о различных битвах, которые были в ходе Второй мировой войны. Давайте начнем кампанию, выберем первую миссию, сентябрь 1939 года. Можно выбрать сторону, альянс, либо же страна национал-социалистов. Давайте выберем первую миссию Blitzkrieg. И именно здесь немецкие войска вторгаются в Польшу. И, соответственно, с поляками сейчас нам и предстоит воевать. Итак, вначале было написано, что нам нужно сделать, за сколько ходов победить, чтобы получить дополнительные бонусы. Здесь есть небольшие диалоговые вставки, которые нам немножко повествуют о сюжете и дают некоторое историческое представление. Итак, вот наши войска имеются, и в данный момент мы можем передвигать только вот эту вот группу войск. Итак, давайте передвинем танки вперед, вот так вот это делается, и атакуем после этого вражеских юнитов, которые стоят у нас на пути. Это делается вот таким вот образом. Причем после того, как мы атакуем одного из вражеских юнитов, они в ответку тоже осуществляют выстрелы по нам. Вот такая вот, собственно, игра. После того, как мы потратим все ходы, которые мы можем сделать, то нам необходимо будет нажать вот на эту кнопочку, чтобы завершить ход и дать ходить сопернику, а также некоторым нашим тоже частям. Но почему-то за эти части ходит компьютерный интеллект. Но вот в последующем мы будем и ими управлять, но не сможем управлять теми. Я вот этой вот маленькой фишечки и нюансы не понял. А так, в принципе, достаточно неплохая тактическая стратегия для Android, где вы можете не только там, как вот обычно, там тактические стратегии, имеется карта, на которой вы передвигаете войска, но вы здесь каждого юнита по отдельности можете передвигать, и здесь относительно не такая карта, вот в нашем понимании, а здесь более такая, наверное, приближенная к реальным условиям карта, то, что тут растут и деревья, и какие-то горы у нас имеются, и это делает игру несколько, наверное, поинтереснее и посимпатичнее. Также вот можно было не ждать, пока пройдут все ходы соперников, а можно было пропустить ходы сразу же, чтобы все действия, которые осуществлял компьютер,
прошли моментально, и нам не надо было бы ждать там вот это время, которое мы ожидали. Вот давайте я вам сейчас это покажу. Нажимаем «Завершить ход», и вот чтобы пропустить все действия, необходимо нажать вот на эту кнопку. И они более быстро проходят, как вы видите, и снова приступаем уже мы, и будем командовать теперь мы нашими войсками. В общем, неплохая, в принципе, стратегия. Кто любит стратегии, кто любит историю и тактику, пожалуйста, скачиваем. Зимой я рассказывал вам об игре Rivals at War, и теперь вышла следующая часть, и теперь мы будем воевать не в наше время, а в 2084 году, и будем захватывать различные инопланетные базы. Но принцип игры остался тот же, как и ее бесплатная доступность в Google Play Market. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь то же самое, есть раздел с моей командой, где мы можем апгрейдить наших космодесантников. Также есть наборы карт, которые необходимо нам покупать, чтобы осуществлять тактические действия. Давайте запустим плей, и вы сейчас, наверное, увидев геймплей игры, сразу же вспомните, что это за игра, и примите решение, нравятся вам такие игры или нет. Потому что, в принципе, здесь ничего делать не надо, необходимо только апгрейдить своих солдат и покупать наборы карт, которые будут делать тактику и так далее. Вот давайте посмотрим битву, можно ее не смотреть, но тут, наверное, самая фишка — это вот в зрелищности вот этих вот битв. Сейчас загрузится игровое поле, где будут бегать наши войска и войска соперника. Можно смотреть вот из такого вида, можно переключаться между каждым игроком, можно сменить камеру на вид со спутника, можно вот так вот вращать, можно приближать, удалять и смотреть с любого угла, который вам наиболее удобен. Битвы, в принципе, достаточно хорошо прорисованы, смотреть интересно, но на этом, наверное, плюсы игры оканчиваются, потому что ничего предпринимать во время боя вы, к сожалению, не можете. В общем, вот такая вот игрушка на любителя, но, в принципе, она очень красивая, но, наверное, быстро наскучит. Последняя игра называется Spot Goes Down. Нажмем новую игру. Управление здесь осуществляется с помощью акселерометра, и мы в роли то ли тучки, то ли камня падаем вниз по такому вот непонятному небу, как будто оно нарисовано на тетрадном листе. Нам необходимо избегать шипы, также необходимо избегать и вот такие вот препятствия, но в принципе при контакте с ними, вот, например, ничего не происходит, мы просто останавливаемся. И может быть, даже в некоторых местах это будет очень удобно. Здесь можно, например, если мы будем двигаться вправо, то мы выйдем слева. И это тоже нужно использовать для того, чтобы уворачиваться вот от этих шипов, которых здесь будет все больше и больше, и будет просто нереально их всех обходить. Смысл игры практически никакой. Это просто убивалка времени, в которой вам необходимо пролететь как можно дальше, точнее, как можно ниже. В общем, вот такая вот простенькая игрушечка, бесплатная, доступна в Google Play Market. Кто любит простые убивалки времени, всем ее советую. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал, смотрите наши обзоры каждый день. Всем пока!